В сфере туризма Маргарита Смолина больше 30 лет. Она руководит профессиональным объединением экскурсоводов. Говорит, опыта в этой сфере много, но получить больше свежей информации не будет лишним. Поэтому пришла на семинар по вопросам деятельности работников индустрии туризма и гостеприимства. Я являлась членом непосредственно трех аккредитационных комиссий, являлась автором положений об аккредитации экскурсоводов к чемпионату мира на маршруты Самары и православных экскурсоводов. В 2019 году проводилась аккредитация также на маршруте Самара православная. Семинар для тех, кто принял решение легализовать доходы от небольшого бизнеса и подработок. Экскурсоводы, гиды, переводчики, производители сувениров. Все эти люди относятся к категории самозанятых. Они не платят налоги, поэтому лишены государственной поддержки. Чтобы сделать бизнес легальным, достаточно скачать приложение «Мой налог», указать там, чем вы занимаетесь, фиксировать там свои заработки и платить 4% от выручки. Одно из преимуществ новой налоговой системы – отсутствие лишней бюрократии. Таким предпринимателям не обязательно регистрироваться как ИП и посещать налоговую инспекцию. Все-таки они должны работать в правовом поле, да, и в том числе недобросовестная конкуренция, она влияет на общее развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, а мера поддержки именно предпринимательства, она является приоритетной. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» постоянно проходят обучающие семинары. Этот уже четвертый по счету с начала 2020-го. Их организаторы планируют собирать участников каждую неделю и рассказывать о мерах поддержки и возможностях работы в Самаре. Мария Ильчан, Григорий Плешаков. События.